За последние 5 лет вы прошли через 4 инсеминации, 12 процедур ЭКО и 4 естественные беременности. Все попытки были неудачными. Хотите сказать, что я не смогу иметь детей? Подумайте о суррогатном материнстве. Мы найдем подходящую женщину, которая сможет выносить вашего ребенка. Тебе не важно, чтобы наш малыш рос внутри меня? Это невозможно. Отпусти ситуацию. Добро пожаловать на самое странное свидание вслепую. Через пару недель вы превратитесь из незнакомцев в самых близких друг для друга людей, насколько это вообще можно представить. Это Элли Авраам. Рад знакомству. Она будет редактором твоей автобиографии и сделает из нее бестселлер. Ты хочешь, чтобы все вокруг было идеально? Одежда, книги, муж. Но что-то сама создала в этой жизни. Ты уверена, что знаешь, как лучше для всех, но в упор не видишь, что людям на самом деле нужно. Что это? Деньги на аренду. Я мама, ты ребенок. Именно поэтому ты не должен думать о деньгах. Возьми, здесь железо для беременных и омега-3. Не надо, забери. У меня еще есть. У тебя все уже должно было закончиться. Иногда забываю принимать, вот и осталось. Вы все хорошо знаете, что такое быть беспомощными. Но путь, который вам предстоит пройти вместе, окончательно лишит вас чувства контроля. Будут ситуации, когда вы проклянете день вашей встречи. Это постоянные эмоциональные качели. Это и моя беременность тоже. Я хочу быть рядом с ней. Если бы я могла вернуться в прошлое, я бы все изменила.